Вот, ребят, пожалуйста, я израильтянин, гражданин Израиля, еврей, который родился в Украине, жил в Израиле, служил в Израиле, вернулся жить в Украину в 2014 году. Вот, пожалуйста, бурят, бурятский танкист из России приехал меня денацифицировать в моей родной стране. Вот этот вот биомусор, который в гражданской одежде, спизженной у людей в домах, вот, с поплавленными телефонами, с лутом, который он тут нажил. В гражданских носочках, походу женских каких-то. Вот это вот приехало нас денацифицировать, освободить нас от власти нацистов и подонков, и вот все, что они там лепят. То есть вы сумасшедшие, у вас, блядь, нет мозгов, у вас нет логического мышления, у вас отсутствует вообще напрочь какая-то честь и совесть. Вот это человек, который там родился 6 или 8 тысяч километров отсюда, азиат, 1,50 м роста, бурятский танкист, приехал меня, еврея, который вырос в Украине, денацифицировать, пожалуйста. Вот так он закончил, и очень надеюсь, что так закончат и все остальные русские солдаты, которые будут сюда приехать.